Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Алкиной в древнегреческой мифологии царь народа богатых мореходов, фиаков, живших на острове Схерий, внук Посейдона и сын Навсифоя. Упоминается в Одиссее от своей жены Ареты, дочери его брата Рексинора, то есть своей племянницы. Он имел 5 сыновей и дочь Навсикаю. По рассказу Аполлония Родосского, аргонавты были приняты гостеприимно Алкиноем, когда они возвращались из Колхиды, высадились на его острове, когда по совету Ареты и Сон поспешил с женитьбой на Медее, Алкиной защищает их от преследований колхидцев. Когда, потерпевший кораблекрушение на пути с острова Калипсо, Одиссей высадился на Схерии, то Навсикая ввела его в роскошный, окруженный прекрасными садами дворец Алкиноя, который в честь гостя устроил блестящее торжество. Во время пира Одиссей рассказывает о своих приключениях, и затем Алкиной, богато одарив его, отпускает на родину. На острове Корфу, который древние отождествляли с Хирией, существовал культ героя Алкиноя. Известно, что в царстве Алкиноя происходило действие пьес Софокла «Фиаки» и «Навсикая» или «Прачки». Вот так вкратце о персонаже древнегреческой мифологии, царе народа богатых мореходов Фриак, который жил на острове Схерии, Алкиной. Пока-пока, до свидания.